Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра от производителя Mytoni. Это коллекция подвесных современных LED-люстр. Они предлагаются круглой формы, либо овальной. Это у меня модель овальной формы. Также они разного диаметра и, соответственно, разной мощности. А кроме люстр в коллекции есть еще настольная лампа и напольный торшер. Каркас люстры полностью из алюминия, черный цвет, томатовое покрытие, порошковая краска. Источник света здесь светодиодный LED-модуль, так как группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Это все, что вот белая линия по каждому из колец, это все источник света, который прикрыт акриловым белым рассеивателем. Он, получается, находится и с внешней стороны каждого кольца, и также по внутренней. Потребляет модуль 70 Вт, выдает примерно 290. Включенный люстра выглядит вот так. Свет свечения теплый, в кельвинах это 3000. Рассеивается он хорошо, также рассеивается он во все абсолютно стороны, то есть более-менее равномерно, качественно. И при этом сам по себе свет, он такой приятный, не ощущаю никакого дискомфорта, хотя стою довольно близко. Подойдет такая модель для комнаты площадью до 20 квадратных метров. Тип и назначение комнаты могут быть любыми. Высота ее максимальная 120 сантиметров, минимальная она может быть 55. Крепится с помощью монтажной планки. Размер крепежной части 25 сантиметров на 14. Она тоже овальной формы, как и сами кольца. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.